Короче, состоялся заезд, дорогие друзья, в KFC, но думаю, что обзор не актуален, ибо акция «Купи твистер», и второй, получив подарок, сегодняшним днем заканчивается. Вот так вот, вот. Сегодняшним днем заканчивается акция, дорогие друзья, но лучше поздно, чем никогда. Хотя бы кругозор расширим, что такое твистер. Но не расширим кругозор, сколько он стоит, дорогие друзья, ибо чека-то нету, чека нету. Где чек? Не дали чек, и я не проконтролировал. Поэтому просто такой кругозиционный обзор. Что такое твистер от KFC? Как дополнительное оборудование я взял картошеньку. Картошеньку взял маленькую, малышку. Сырного соусенка взял и миринду. Всегда беру миринду, хотя стаканчик от Пепси, да. Ну и ладно, одна контора же. Одна контора, как говорится. Раз контора одна, значит, это не принципиально. Итак, дорогие друзья, имеются теги теперь, по ходу дела, на всех упаковках, да, KFC-шных. Вкусно закрутилось. Можно прям набирать. Вот сейчас буду выкладывать обзорчик. Можно прям туда такие теги забивать. Любимая еда, сочная курочка. А, пальчики оближешь, прям одним словом написано. 11 трав специй, One Love, самый вкусный. Вот этот поворот, KFC Love. Барматухи какой-то понапилили, короче. Итак, упакован он классно. Упакован он классно, вы уже заметили, я тоже заметил. Прикольненько. Тут дяденька Сандерс нам улыбается, как всегда. Тут язычок для открывания, открывательно-вентиляционный. И вот такой вот завернутый в лаваш всякие разные ингредиенты. Давайте проведем зумирование. Развернем и посмотрим, что там по внутряночке, в твистере в нашем. Вот такой вот. А вот такой вот. Всякое разнообразие тут. Помидорка. Салатная. Салатная капусточка. Типа, а, ну это наггетсы. Наггетсы, не наггетсы, да, вот. Куриные филейки в панировке, значит. Лепешка, раз. Помидор, два. Капуста, три. Филей в панировке, четыре. Соусенок, пять. Пятиингредиентный получился поджаристый такой лавашундрик у нас. Попытаюсь его сложить, как и было. Ну, как и было, вряд ли, конечно, получится. Вот. Ну и, в общем-то, дорогие друзья, если вы кушаете, приятного аппетита. Вперед, мы начинаем дегустацию обзорционную. Комон. Не пойму, дорогие друзья, то ли, может, подостыла она просто у меня. Но я ехал просто. Я ехал, бак загудело. Думаю, надо покушать. Остановился, ну, думаю, раз остановился, надо покушать. Но раз кушаю, заодно и обзернуть для расширения кругозерационного. Знаете, вот картошка, как будто она вот то ли остыла, то ли слегка ее вот... Секундочек 30, а то и минутку надо было еще во фритюре подержать. Вот есть какая-то сырокартофельная третьеплановая отдушинка. Но она ни в коем случае не отталкивает. Но как-то вот, как-то неуютно так вот ее возжевывать, да? Как вот, вот такой вот привкус сырой картошки имеет. Я его не люблю. Я картошку прожариваю всегда, если на сковородочке чугунненькой своей, прям... Пока вообще она прям к сковородке не начинает пригорать, тогда я ее только с огня сымаю. Тогда готово. Я люблю прожаренную картошку. Я говорю, ну это лично на мой вкус. Так, в принципе, не напрягает, но вот что-то сырокартофельное такое отдушинка есть. То ли остыло, то ли не дожарили. Короче, мне вот этот весь набор, я вспомнил, обошелся 297 рублей. Вот этот весь набор. А чё, почём там? Ну, можно, наверное, в интернете посмотреть. Неохота, честно говорю.
Вот, поэтому, ну, если вы хотите такой набор, но у вас уже будет один твистер, потому что второй в подарок уже не дают, акция закончилась. Вот сегодня последний день. Хотя, может, сегодня вы еще и успеете добежать. То вот берите с собой 297 рублей, если вы хотите такой набор. К твистеру вообще никаких претензий нет. Очень нежный, очень вкусный, очень отлично все сочетается, легенький. Ну, курочка, овощи, да, лаваш, вкусный соус. Это пятибалочка просто. Многие меня упрекают, то, что я на пол мусор кидаю. Хотя на самом деле у меня стоит пакет, и я в пакет просто. У меня стоит на полу, я бах, кинул, бах, попал в пакет. Глаз алмаз хитрёный. Короче, дорогие друзья, набор за 297 рублей, два твистера, картофельный, соусенок, сырный, миринда. Я просто рекомендую, пятерка с двумя плюсами. Мне очень понравился твистер, мне очень понравилась картошка. Я не знаю, это всегда так было или это у меня только так вот сегодня вкусовые чакры открылись. Хотя я много раз закупал картошку в KFC, но вот то, что такая есть третьеплановая отдушечка сырокартофельная, только вот сегодня почему-то мне открылось, не знаю. Может быть, чакры обостряются с приходом весны вкусовые, да? Вот, отпишите, дорогие друзья, она действительно у них такая всегда? Или это вот мне так просто попалось? Просто не додержали, так сказать, потому что там сейчас реально очередь. Ну, а время обеденное, поток идет, надо быстрее-быстрее. Там бегают, давай-давай, быстрее-быстрее, ребяточки, шевелимся. Вот, чтоб быстрее накормить посетителя, да? Гостя, так сказать, фастфудации и ресторации. Твистер мне понравился, дорогие друзья. В принципе, один твистер, миринда, картошка, сырный соусенок. Да, ну, довольно-таки нажористо, довольно-таки питательно. Поэтому второй я твистер сейчас не буду воскушать. Я его решил подарить Натахе с 84-й квартиры. Скоро 8 марта, международный женский день. Баб много, всем надо что-то дарить. Вот Натаха получит от меня твистер вот такой. А то что, все она, да и она нам спонсирует. Да, тут я вот сейчас домой приеду, к ней зайду, скажу: на, Натах, тебе с барского плеча твистер, так сказать, ядреный. Вот. Пятерка из пяти получает мой сегодняшний обед. Мне очень понравилось. Цена тоже приемлемая, тем более два твистера. Это круто, это лайчоночный. Ну и в общем-то вот. Вот, в общем-то. Подписывайтесь на наш канал, устанавливайте лайчонка. Есть инстаграм, ссылка на него в описании к этому ролику. Вот, увидимся. Пока-пока.